Мы, короче, начинаем нашу небольшую такую экскурсию по Кировскому району. И, короче, погулявши по Кировску, мы нашли очень-очень один интересный деревень, или что это? Поселок. Красивые живописные места. И тут мы видим название. Я, конечно, не знаю, как правильно ударение падает. Но это либо соски, либо второе слово, которое, скорее всего, нам лучше не называть. А вообще очень интересно на карте... Бутылочки там интересно есть? Ну, соски же для бутылочек? Да-да-да. Бутылочка интересно, там есть какие-нибудь? Чурки, да. Чурки, наверное? Да. У него фамилия у подруги такая. Рожни. Рожатель. Интересно, вот от чего названия брались? Пушкари. Ну ладно, там были. Аверинцы. Ну, аверинцы, видимо, там были тоже что-то такое. Костины. Там кости были. Нагоряна. Кстати, Нагоряна такой интересный. Что-то тут, смотри. Какая-то водичка. Ой. Гуси! Вот здесь были гуси. У нас вообще Данька-ель есть. Ну, Данька-ель переводится как ель, это река, Данька-река. Роман-ель. Исауловы. Исаул. Короче, очень много интересных мест, но соски больше всего заинтересовали. И мы ищем бутылочки, понимаете? Нагоряна. Мы уже были тут. ЖД-будка, 14 километров. Психиатрическая больница. Прямо возле железной дороги. Это, видимо, чтобы психи смогли быстрее сбежать, да? Да. Кстати, можно вот в картах можно смотреть панорамы, улицы. Аккуратно. Можно, например, вот нажать на вот это вот. И мы очутимся. А что ночью-то снимали? Ну, короче, мы очутимся и посмотрим сверху. А что мы с дрона? Сверху. А что мы с дрона? Ну, это потому что вот это типа с птичьего полета. Почему-то он ночью фотографировал. Обычно днем фоткают. Но ночью тоже ничего так. Так что, если хотите посмотреть ваш город с птичьего полета, посмотрите на картах Яндекса, может есть уже. Можно также по дорогам поездить. Вот, допустим, спустился на дорогу и смотришь. Вон там бабушка даже идет какая-то. Иногда, короче, можно здесь найти кадры, типа пьяного мужика, валяющегося на земле. Это вполне реально. Можно увеличивать. Вон человек прячет лицо свое. Что же у него в пакете? Даже стрелочка показывает на пакет. А так я в Кирове был пару раз. Очень интересный город. Чем-то напоминает наш северный города, но только больше и более теплее.